Привет всем! Вы на канале Топ Армия. В России началось строительство нового стратегического бомбардировщика. Работы ведутся в рамках реализации программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации». Как сообщает ТАСС, разработка рабочей конструкторской документации по стелс-бомбардировщику завершена и началась поставка материалов на один из авиазаводов Объединенной авиастроительной корпорации для изготовления элементов планера. Началось изготовление кабины самолета. Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году, говорится в сообщении агентства. Напомню, что в декабре прошлого года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что эскизный проект самолета утвержден и начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАГДА. Отдельно проводятся стендовые испытания двигателей. Отметим, что стелс-бомбардировщик спроектирован по схеме «Летающее крыло», чтобы снизить его радиолокационную заметность. Новый самолет заменит все три типа стоящих на вооружении Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160. Вооружит его гиперзвуковыми ракетами с большой дальностью полета и искусственным интеллектом. Кроме того, бомбардировщик получит системы радиоэлектронной борьбы. А на этом все, вы были на канале Топ Армия. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Я со всеми прощаюсь, всем пока!